Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена. И сегодня у меня есть вот такие два окорочка. Хочу их быстро приготовить в духовке. Вот сразу присолю и посыплю специи. Вкус у них будет сливочный такой, очень вкусный. С одной стороны и со второй. Все это быстренько втираем. Все, руку вымыла. Теперь есть у меня немного вот сметаны. Беру одно яйцо, разбиваю сметану, все это размешиваю. Можно молочко добавить, если нет сметаны. Можно майонез, тоже будет очень вкусно. Сейчас я ее хорошо вилочкой так взобью. Вот такая желеобразная смесь. Сначала переверну на эту сторону. Хорошо здесь намажу, а потом на другой стороне. Можно кефир с яйцом, тоже будет очень вкусно. И все оставшееся выливаю теперь наверх. Теперь беру пергамент и смочу его водой. Смочила. Теперь этой мокрой фольгой нам нужно закрыть форму. Ставим в духовку 180 градусов на 30 минут. Через 30 минут я эту фольгу, не фольгу, а бумагу сниму. Она к этому времени уже просушится и будет такой, знаете, плотной коркой. В общем, через 30 минут я ее сниму. 30 минут прошло, вот я ее снимаю, эту крышечку, и сверху вот этой сметанной такой смесью еще раз поливаю окорочка, и минут на 15 уже без крышечки зарумяним чуть их. Все готово, куриные окорочка запеклись, смотрите, какая румяная корочка. А какой-то вкусный сливочный вкус. На последних минутах я не просто сняла пергамент, но еще и добавила температуру до 200 градусов. И за счет этого у меня получилось, смотрите, ну насколько аппетитная корочка. Отварила еще смешанную кашу, три вида разных. Теперь разрезаем. Смотрите, насколько это сочно, насколько это очень-очень аппетитно. Вот эта корочка напоминает омлетную смесь. Так что обязательно попробуйте. Это нежно, сочно, румяно, аппетитно. Всем желаю приятного аппетита. Ну и как обычно, мои любимые, приходите завтра.